Помолимся. Дорогой Отец, Ты можешь смотреть этой ночью на эту аудиторию, почти переполненную, на эти сотни и сотни людей, всех Твоих прекрасных детей, которые оставили комфорт своих домов и этой холодной ночью пришли сюда. Потому что в глубине своих сердец они чувствуют потребность встречи с Иисусом. Пожалуйста, дорогой Отец, не допусти, чтобы эти люди ушли разочарованными домой. Поэтому просим, чтобы Святой Дух, который вдохновлял писателей Библии, осветил наше понимание этой ночью, когда откроем Твое Слово, чтобы Твоя весть была доступной, чтобы подкрепляла, дала надежду каждому сердцу. Если сейчас здесь есть кто-то печальный, покажи ему выход из его проблемы. Если есть здесь кто-то больной, который уже пробовал и одно, и другое средство, но ничего не помогло, покажи этим вечером свою силу в исцелении. Покажи силу, чудесную силу свою. Если есть здесь семья, которая с семейными проблемами, на грани распада, на грани развода, если есть здесь семья, у которой есть проблемы с детьми, если есть здесь человек с финансовыми проблемами, с проблемами безработицы, с другими разными проблемами, которые ты знаешь, пожалуйста, дорогой Отец, этим вечером покажи им свои возможности, что ты можешь разрешить эти проблемы. Одним или другим способом, чтобы они имели доверие к Тебе. Покажи, что Ты Бог любви, Бог, который с раскрытыми объятиями ждешь возвращения своих детей. И этой ночью, этим вечером, торкнись каждого сердца. Может, есть друзья, которые первый раз попали на одно из таких мероприятий и хотят посмотреть, что же случится, когда откроем Твое Слово, достигни сердец этих людей самым простым способом. Просим, чтобы Твой Святой Дух обитал с нами, чтобы работал и приготавливал каждое сердце, чтобы Твое Слово упало на хорошую почву и принесло плод для вечной жизни. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, текст, на котором основана весть сегодняшнего вечера, записан у пророка Исаии в 53 главе с 3 стиха, с которого читаем. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это пророчество о Мессии. Здесь центральный персонаж Иисус. Посмотрим, что же писатель Библии продолжает говорить. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Дорогие,
В этих стихах, которые я закончил читать, написана наибольшая любовь, которую человек может получить. Наипрекраснейшая история любви. Одна история любви, которая была написана кровью. Человеческий ум никогда не сможет понять, почему Бог, Творец неба и земли, Всемогущий, стал человеком Иисусом, почему был введен как агнец на заклание, не открывал уст своих, ничего не требовал, не требовал справедливости для себя, отдал себя, был презрен, умолен и уничижен. И умер в тишине. Наипрекраснейшая история любви. Перед тем, как начать проповедовать вам сегодняшнюю весть, я хотел бы рассказать вам одну историю любви. Одну из самых красивых историй любви. Случилось это в моей стране. В одном интернате. В одном из адвентистских колледжей. Один парень, самый некрасивый в колледже, женился на самой красивой девушке в этом колледже. На самой красивой девушке в этом колледже. Вы хотите узнать эту историю? Вы знаете уже какого-то некрасивого парня? Уже видели как на улице некрасивого парня? Умножьте это в 10 раз. Этот парень был очень некрасивый. Вы знаете какую-то из красивых девушек? Умножьте на 5. Та девушка была прекрасна, очень красивая. История начиналась так. В один из первых учебных дней ребята на входе оценивали девушек, которые приходили на учебу, на новый учебный год. Во время, не знаю, как называется здесь, во время капеллы, ребята осматривали девушек, которые приходили на учебный год. И вдруг дыхание всех ребят застыло. Потому что посреди этих девушек шла одна очень, очень красивая. Все ребята смотрели на нее. Самые большие эксперты, самые шустрые, самые элегантные, самые красивые, самые умные. Все как один смотрели на нее. И все как один были грустные. Потому что она не хотела встречаться ни с кем. Она говорила: «Я не пришла сюда, чтобы встречаться с кем-то, я пришла в этот колледж, чтобы учиться». И самые большие эксперты, и самые шустрые не смогли завоевать сердце этой девушки. В один день этот некрасивый парень, не то чтобы только некрасивый, но он был закомплексованным, с боязнью говорить с людьми, он был грустный. Я спросил его: «Что происходит с тобой?» Он говорит: «Знаете, у меня есть проблема». «Какая проблема?» «Мне нравится одна девушка». Я говорю: «Это не проблема. Ты уже учишься другой год на курсе теологии. Как раз время, чтобы искать какую-то девушку, чтобы жениться. Это не проблема. Если ты влюблен, это прекрасная вещь, это не проблема». Он говорит мне: «Но вы не знаете, кто мне нравится. И кто же этот человек? Это вон та девушка». Я посмотрел на моего коллегу и говорю: «Да, брат, действительно у тебя большая проблема. Потому что я думаю, что ты можешь смотреть на какую хочешь девушку, но на эту нет. Это... Слушай, самые лучшие ребята в колледже не смогли ничего сделать с ней. Что ты думаешь, что у тебя получится с ней?» И он с грустными глазами говорит: «Я, конечно, я знаю, но я люблю ее». Месяцы шли, и она ему нравилась все больше и больше. Но он не находил в себе сил, чтобы что-то сказать ей.
Но в один день колледж облетела одна новость. Знаете, что эта девушка должна уйти из колледжа? Но почему? Потому что она отучилась 3 семестра и не заплатила ни за один. И ректор колледжа дал ей 15 дней. Если она за этих 15 дней не заплатит, она должна будет оставить колледж. И этот мой друг, он большой колпотер, продавал книги на каникулах и этим оплатил весь свой учебный год. И когда он узнал, что эта девушка покидает колледж, потому что не может заплатить, он пришел к ректору и говорит: «Послушайте, у меня оплачен весь учебный год, потому что я продавал книги летом, но сейчас я хочу оставить колледж, я пойду продавать книги. Но так как год у меня заплачен, я хочу, чтобы вы заплатили этим долг той девушке. Только не хочу, чтобы вы говорили ей, что я сделал это. Можете сказать, что это колледж дарит ей эти деньги или что-то другое, но я не хочу, чтобы она знала, что это я сделал». Ректор говорит: «Но вы не можете делать это. Вы на втором году теологии и сейчас потеряете один год учебы. Почему вы делаете это?» Он говорит: «Пастор, это мои деньги, и я делаю с ними, что хочу. Я хочу заплатить то, что она должна». Я говорил с этим парнем: «Ты не можешь делать этого сумасшествия. Она никогда не будет смотреть на тебя. Зачем ты делаешь это?» Он говорит: «Знаете, я не делаю этого, потому что жду от нее чего-то. Я люблю эту девушку. Я не хочу, чтобы она потеряла один год жизни, один год школы. Я могу потерять, но не она, потому что я люблю ее. Вы никогда не поймете этого». Он взял свои чемоданы и ушел из колледжа. На следующий год он вернулся в эту школу, и девушка тоже вернулась. Я спросил его: «И сейчас? Уже забыл?» «Нет, — говорит он, — не забыл, я продолжаю ее любить еще больше». И в один день я сказал ему: «Почему ты не наберешься смелости и не поговоришь с ней? Самое худшее, что может случиться, это то, что она скажет нет. Но все. Но все-таки пойди и поговори». И он пошел и поговорил. Когда я зашел в его комнату, я нашел его плачущим и хотящим уйти из колледжа. Эта девушка была очень твердая с ним. Я думаю, что все девушки не обязаны принимать всех ребят, которые признаются им в любви. Но они не должны унижать людей. Есть много способов говорить «нет». Способа, после которых ребята не страдают так. Но она была очень твердой с ним, жестоко. Она сказала ему: «Ты не видишь? Есть кто-то такой здесь? Ты не понимаешь, кто ты такой? И ты осмелился объясняться в любви мне? Принцессе колледжа? Ну ты даешь». Этот парень плакал и говорил: «Я ухожу из колледжа, потому что я не могу смотреть на нее и знать, что любить ее, и знать, что это одна звезда, которую мне никогда не достать». Один друг нашел эту девушку и говорит ей: «Ты не имела права так поступать с этим парнем. Ты не знаешь, как он любит тебя. Он любит тебя так, что в прошлом году ты не потеряла учебного года, потому что он заплатил твою учебу, и он оставил школу, чтобы заплатить твою учебу». Она говорит: «Неправда. Неправда. Спроси ректора». Она пошла и говорит ректору: «Вы должны сказать мне правду». И он говорит: «Это правда, да, но парень попросил меня не говорить тебе». И она почувствовала себя униженной, пошла в свою комнату и плакала: «А почему я такая нищая? Чувствую себя очень плохо, а этот парень взял и заплатил учебный год для меня». Ей было очень стыдно, она плакала. Через несколько месяцев потом этот некрасивый парень нашел меня и говорит: «У меня есть одна новость для вас. Что случилось? Я встречаюсь с ней». «Ты встречаешься с ней?» «Да. Она меня приняла». Я говорил с этой девушкой.
И говорю, ты не можешь встречаться с ним. Почему нет? Потому что тебе он не нравится. Ты хочешь как-то компенсировать то, что он сделал для тебя. Ты хочешь каким-то образом оплатить долг ему. Ты встречаешься с ним из жалости. Но ты не знаешь, что ты усиливаешь еще больше его любовь, и в один день может произойти трагедия. И она говорит мне очень красивую фразу. Послушайте, я не встречаюсь с ним из жалости, из благодарности, ничего из этого. Я люблю этого парня. Но как ты можешь любить его? У тебя есть наилучшие ребята в колледже и все у твоих ног. И ты сейчас говоришь, что любишь этого крайне красивого, закомплексованного парня. И она говорит, когда я узнала, что он сделал для меня, я чувствовала себя виновата, угнетенно, плакала. Но потом, по прошествии некоторого времени, я подумала, возможно ли, что когда-нибудь в этом мире кто-то будет меня так красиво любить, так сильно и бескорыстно, что потерял учебный год и не хотел, чтобы я знала. Будет ли когда-нибудь еще любить меня так красиво в этой жизни? Я поняла, как этот парень любит меня, и спросила себя, как я могу не любить этого парня, который меня так любит? И они женились, и сегодня счастливые, уже по прошествии многих лет. Но эта фраза запечатлелась в моем уме. Как я могу не любить того, кто любит меня столько? Вчера вечером мы слышали, что не можем быть счастливыми в христианской жизни, если не любим Иисуса всем своим сердцем. Но многие спрашивают, пастор, мне кажется, что я не люблю Иисуса. Знаете, почему вы не любите Иисуса? Вы не поняли любви Иисуса к вам. Потому что если бы вы поняли, как Он вас любит, вы также сказали бы, как та девушка из колледжа, как я могу не любить того, кто любит меня столько? Здесь, у Исаии 53, написано «любовь Иисуса». И, дорогие, этим вечером я объясню, что сделала любовь Христа для нас. Может быть, весть этого вечера – одна из наибольших вестей, которые вы слышали, и, может быть, одна из наибольших вестей, которые я проповедую в своей жизни. Потому что говорить о любви Христа – это говорить о чем-то, что невозможно понять своим умом. Для того, чтобы объяснить, что я хочу сказать, я спрошу вас, сколько здесь думает, что Бог простил наши грехи? Поднимите руку. Сколько думает, что Он простил наши... Как спасибо. Как красиво, спасибо. Очень хорошо, что мы доверяем Богу, что Он прощает наши грехи. А сейчас я скажу вам одну вещь. Когда мы поднимаем руку и говорим, я хочу, чтобы Бог простил мои грехи, мы думаем об одном типе прощения, который не свойственен Богу. Мы думаем об одном типе прощения человеческом. Объясню лучше. Например, у меня есть сын, маленький. И этот цветок очень ценный, который нельзя трогать. Я делаю один договор с моим сыном. Сын, ты не можешь трогать этот цветок, потому что если ты потрогаешь цветок, я буду бить тебя по рукам два раза. Сын, ты понял? Понял, отец. Что я сказал? Что если я потрогаю этот цветок, ты ударишь по моим рукам два раза. То ты понял? Понял. Отлично, я ухожу. Через некоторое время я возвращаюсь и нахожу, что мой сын не только потрогал, но сломал и разрушил цветок. Когда я появился, он смотрит на меня, и он знает договор, который он сделал со мной. И он волнуется, и отступается назад. Я подхожу к нему, и он говорит одну очень известную фразу. «Отец, прости меня». Когда он говорит, «Отец, прости меня», другими словами, что он хочет сказать? «Отец, не бей меня».
Именно это он хочет сказать, когда говорит: «Отец, прости меня». Я смотрю на моего сына и чувствую жалость к моему сыну, и думаю: не буду бить его. И говорю: «Хорошо, сын, я тебя простил». И мой сын убегает, радостный, целует меня и убегает. Сейчас я спрошу вас: я простил моего сына или нет? Да или нет? Конечно, это человеческий тип прощения. Так мы, люди, прощаем. Но, дорогие мои, запомните, что я говорю, это прощение, которым я простил своего сына, не свойственно Богу. Бог не прощает таким способом. Знаете почему? Потому что Бог — это Бог. Его Слово вечное. Бог не человек. У Бога нет изменения, ни тени перемены. Бог вечный, и Его Слово вечное. Давайте умственно нарисуем одну картину. Вернемся в Эдемский сад. Бог сотворил Адама и Еву и сказал им: «Дети, вы не можете трогать этот фрукт познания добра и зла». Нет. Потому что если вы потрогаете этот фрукт, если вы вкусите, вы умрете. Другими словами, Бог установил один принцип с Адамом и Евой. Принцип такой: если вы послушаетесь, вы живете. Если вы не послушаетесь, вы умрете. Это принцип. Послушание тянет за собой жизнь, непослушание — смерть. Очень хорошо. Человек не послушался, вкусил. И если не послушался, должен умереть. Павел говорит: возмездие за грех — смерть. Это закон, это принцип. Непослушание тянет за собой смерть. Человек не послушался, должен умереть. Очень хорошо. Сейчас Бог находит человека, все уже сделано, договоренное должно осуществиться. Только вот человек поднимает глаза к Богу и говорит: «Господь, дорогой Отец, пожалуйста, прости меня». Когда человек говорит «прости меня», другими словами, что он хочет сказать? «Не убивай меня. Не хочу умирать». Если Бог был бы человеком, знаете, что бы случилось? Он посмотрел бы на человека и сказал: «Хорошо, сынок, не будешь умирать». Но Бог не человек. Бог — это Бог. Его Слово вечное. Если принцип говорит, что послушание — жизнь, а не послушание — смерть, человек не послушался, должен умереть. И это то, что Бог говорит человеку: «Сынок, ты не послушался, и возмездие за грех — смерть». Но сейчас человек плачет возле Бога: «Господь, прости меня, пожалуйста, я не хочу умирать». Что делать? Представьте себя на месте Бога. Что бы вы сделали? С другой стороны стоит враг, чтобы посмотреть, что Бог будет делать. Если Бог снял бы вину с человека, дьявол обвинил бы Бога, и он сказал бы: «Ты обманщик, ты говоришь, что человек, который не послушается, должен умереть, и сейчас человек не послушался, и ты оставляешь его жить, ты обманщик, просто нет слов, ты говоришь, но не исполняешь». Видите, какой враг? С другой стороны, если Бог бы сказал: «Хорошо, ты согрешил, должен умереть», сатана бы подошел бы к Богу и сказал: «Ты жестокий, бедный человек, только потому что съел какой-то фрукт, ты убиваешь его, ты жестокий, злой, несправедливый». Вы видите, братья, дорогие мои друзья, вы видите, какая получилась деликатная ситуация против Бога. Что делать? Здесь-то и выходит чудесная фигура Иисуса. Сейчас представим себе одну сцену на Небесном Совете.
Иисус говорит со своим отцом и говорит: «Дорогой отец, человек согрешил и должен умереть. Это закон, это принцип, и это должно исполниться. Но, пожалуйста, отец, раньше, чем человек умрет, я хочу просить у тебя одну вещь. Дай мне стать человеком. Отпусти меня стать человеком, идти на землю и жить среди людей, как человек». И сердце Бога сжалось от боли. Разве его сын должен делать это? И отец со слезами на глазах говорит: «Хорошо, сынок». И вот так Господь Иисус пришел на эту землю, как один человек, родился у Девы Марии, рос как один из детей. Он Бог, но сделал один договор со своим отцом, что не может пользоваться своими привилегиями на земле. Жил как человек, имел человеческие потребности, плакал, чувствовал радость, чувствовал голод, чувствовал холод, чувствовал тепло, уставал, работал. Был таким же человеком, как вы и как я. Чувствовал все. Нету такого чувства, которое есть у вас и чего не было бы у Иисуса. Нету такого чувства, которое я бы проэкспериментировал и чего бы не проэкспериментировал Иисус. И скажу вам больше. Иисус имел одно чувство, которое ни вы, ни я никогда не будем иметь. Знаете, какое? Иисус имел всесильные возможности. И много раз чувствовал искушение использовать эту силу, такую же, как и у отца. И это чувство вы и я никогда не будем иметь, потому что вы и я не можем всесильных возможностей. Иисус не чувствовал все, что чувствуем мы. Он чувствовал больше, нежели чувствовали мы. Но не согрешил. Жил 30 лет на этой земле и не согрешил. Вы не найдете найти ни один какой-то грешок в жизни Иисуса. Дьявол всю жизнь толкал его, чтобы он упал. Но дьявол не может указать ни на один грех, который был бы в жизни Христа. Сейчас, когда и закончилось его служение на этой земле, Иисус предстает перед своим отцом снова и говорит: «Отец, твой закон говорит, человек, который грешит, должен умереть. Адам согрешил, должен умереть, заслужил смерть. Но закон также говорит, что человек, который слушается, заслуживает жизнь. Очень хорошо. Я был на земле как человек и жил как человек, прошел все человеческие искушения и победил. И так я послушался. Если я послушался, я заслужил жизнь. Я заслужил жизнь как человек. Вместе тем, что имею божественную жизнь, я заслужил другую жизнь как человек, потому что послушался. Сейчас, Отец, твой закон не говорит, что не может быть никакого обмена. Потому я хочу сделать один обмен с человеком. Смерть, которую человек заслужил, потому что согрешил, этой смертью хочу умереть я. И жизнь, которую я выиграл, которую заслужил я, потому что был послушен как человек, я хочу отдать человеку. И вот это то, что случилось на Голгофском Христе. Один обмен любви. Смертью, которую мы заслужили умереть, умер Иисус. И жизнь, которую мы не заслужили, которую заслужил Иисус, получаем в подарок для нас. Для того, чтобы лучше понять это, давайте вернемся во времена Иерусалима, когда Иисус должен был быть распят. Некоторыми днями раньше был один преступник, которого звали Варава. Это был страшный человек. Это был кровавый политик. Он насиловал женщин, убивал мужчин, женщин, воровал. Это была язва общества. Это был враг общества номер один. Когда заходило солнце, родители наговаривали детей: «Оставайтесь дома, осторожно, чтобы выйти на улицу, потому что Варава на свободе. Это зверь, это монстр».
И все думали, когда же полиция поймает Вараву? Когда же полиция поймает этого Вараву? И в один день заголовки всех газет, если перенести историю в наши дни, писали: «Полиция поймала Вараву». И все вздохнули свободно. Ой, какая радость! Наконец-то этот проклятый преступник пойман. И в это время, дорогие, самых плохих разбойников приговаривали к смертной казни через распятие. Наверное, многие здесь не понимают, о чем что это говорит. Я объясню. Смерть через распятие — это жестокая смерть. Это смерть, которая предназначалась самым худшим преступникам. Потому что скажу вам одну вещь. Никто не умирает от того, что пробиты руки и ноги. Руки — это не жизневажные органы. И ноги — не жизневажные органы. Никто не умирает от сделанных двух дырок в руках и ногах. Преступника поднимали на кресте с прибитыми руками и ногами, и кровь капала капля за каплей. Но преступник не был мертвым. Висел прибитый там. Если бы забили один гвоздь в его сердце, но нет. В смерти через распятие прибывали руки и ноги, и ничего больше. Почти голый человек висел на кресте. Днем жестокое солнце обжигало его тело. Ночью холодный ветер хлестал его, как плеткой, как его тело. Нельзя было ничего кушать. Все, что разрешалось законом, это чуть-чуть уксуса на губы и ничего больше. И в зависимости от физического состояния преступника, преступник висел один день, или два дня, или три дня. Капля за каплей кровь капала потихоньку. Потихоньку жизнь заканчивается. И у этого преступника было время для того, чтобы думать и вспоминать все плохое, всю нищету своей жизни. И наступал один момент, когда он смотрел на людей, которые делали из этого зрелище, и просил прощения за все, что сделал. И говорил: «Пожалуйста, пожалуйста, убейте меня, потому что не выдерживаю больше висеть здесь, на этом кресте. Пожалуйста, пожалейте меня, закончите со мной». Эта смерть предназначалась для наказания для самых плохих людей, для душевных зверей, для самых худших преступников. И Варава должен был так умереть, потому что заслужил. В то время, когда преступника ловили, звали плотника. И плотник снимал размеры столько руки, такая-то длина, шел в мастерскую и готовил крест. И когда плотник приготавливал крест, он знал, что это крест для Варавы, и думал: какое счастье, я приготавливаю крест, на котором этот проклятый Варава умрет. И когда закончил, подписал внизу: Варава. Крест для Варавы с размерами Варавы и с именем Варавы. Плотник пришел, принес крест, взял свои деньги и ушел. Здесь Варава, здесь крест с его именем и с его размерами. Но в тот день иудеи связали Иисуса. Иисуса, который никогда не сделал ничего плохого никому. Иисус, который исцелял болезни, возвращал зрение слепым, воскрешал мертвых и давал надежду тем, кто ее не имел. Иудеи взяли его и осудили, и обвиняли, и приговорили умереть на кресте, как одного из худших преступников. Но один человек, которого звали Пилат, поднялся. Пилат не был уверен, что Иисус должен умереть. Пилат смотрел на жизнь Иисуса и думал:
Этот человек не сделал ничего плохого никому. Почему должен умереть? И думал как-то отпустить Иисуса. И надумал, уже знаю, завтра праздник здесь, в Иерусалиме. И на этот праздник есть обычай отпускать одного преступника. Уже знаю, что буду делать. Выведу к народу Вараву и Христа. И так как Иисус не сделал ничего плохого, и противоположность Вараве, все боятся Вараву, большинство будет просить, чтобы я отпустил Иисуса, и я смогу отпустить Иисуса. И Пилат думал, что это очень, очень умная идея. И на следующее утро вывел перед народ и говорит: «Люди, на такие праздники, как этот, мы отпускаем одного узника. Сейчас у меня перед вами Иисус, который не сделал ничего, и Варава, который сделал столько плохого. Кого вы хотите, чтобы я отпустил?» И Пилат чуть не сошел с ума, когда услышал ответ народа: «Отпусти Вараву. Распни Христа. Отпусти Вараву. Распни Христа». Ах, дорогие, этот народ сумасшедший. Совпадение? Нет. Это пророчество. Это единственный способ спасти человека. Печальное обязательство, которое должно было исполниться. Пилат отпустил Вараву. Когда Варава оказался свободным, я представляю себе, что Варава не смог понять, что происходит. Я представляю, что он ощупал себя. Что же происходит со мной? Я сплю, мне снится. Я, Варава, преступник, свободный. А этот бедный Иисус, что не сделал ничего плохого никому, должен умереть? Я думаю, что если кто-то понял, что говорит то, что Иисус умер вместо меня, это Варава. Потому что Варава думал: вот это мне повезло. Может быть, Варава думал в своем сердце: Иисус, спасибо, что ты появился, потому что если бы ты не появился, я должен был бы умереть. Но спасибо, что ты появился. Сейчас ты умрешь, а я буду свободным. Дорогие, уже не было больше времени, чтобы позвать плотника. Уже не было больше времени для снятия размеров с Иисуса. Уже не было времени для того, чтобы сделать крест для Иисуса. А вот уже был один свободный крест, потому что Вараву отпустили. И сейчас слушайте, что я буду говорить этим вечером, в ту пятницу днем. Когда Иисус поднимался на гору Голгофу и упал раз, и еще раз, и еще раз. И один перевод говорит, что Он упал 7 раз. Знаете, почему Иисус падал? Потому что Он не нес свой крест. Крест преступника всегда имел вес, который преступник может нести. Но знаете, почему Иисус падал? Потому что для Иисуса никто никогда не приготавливал креста. Иисус нес крест другого. И, пожалуйста, не говорите мне, что Иисус нес крест Варавы. Он нес мой крест. Я заслужил умереть на кресте. Не Иисус. Но Он меня любит столько. Ах, дорогие! Он поднялся. Вышел на вершину горы. Положили крест на землю. Прибили его руки и его ноги. Подняли крест, и под весом тела раны расширились. Кровь начала потихоньку капать. Небо сделалось темным. Солнце закрылось для того, чтобы не видеть человеческого стыда. Даже звери попрятались.
думая, что же это люди делают? Люди, самые умные творения, не могли понять, что делают. Они убивают Иисуса. Совпадение? Нет. Иисус умер. Знаете, что говорит то, что Иисус умер? Пожалуйста, мои друзья, поймите хорошо. Иисус — это не сумасшедший самоубийца с желанием умереть. Иисус был человеком, и как человек имел инстинкт самосохранения. Иисус не хотел умирать. Боялся смерти, как любой человек. Имел столько страха перед смертью, что ночью в Гефсиманском саду упал на колени перед своим отцом и плачуще говорил: «Отец, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня. Боюсь смерти. Отец, я захотел прийти в этот мир и умереть за человека. Но вот наступает этот момент, и я боюсь». И дух пророчества говорит, что его отец сказал: «Сынок, в это время, если хочешь вернуться, можешь возвращаться». И это был момент, когда в руках Иисуса была твоя жизнь и твоя смерть, твое горе и твое счастье. Твое спасение и твоя гибель. В тот момент весь мир был в руках Иисуса. Потому что как человек хотел вернуться, боялся смерти. Но он посмотрел на вселенную. Посмотрел на мир. Посмотрел на Порто. На 10 октября 1993. Посмотрел на эту гимназию. Посмотрел на тебя, сидящего, с Голгофского креста. Иисус посмотрел на тебя и говорит: «Сынок, не знаю, поймешь ли ты когда-нибудь, как я тебя люблю. Я боюсь умереть, но иду умирать. Потому что это единственный способ спасти тебя, это мне умереть. Не знаю, поймешь ли ты когда-нибудь, что я делаю для тебя. Не важно, какая твоя жизнь. Ты наипрекраснейшее то, что у меня есть. Вечность не та без тебя. И ты хочешь или не хочешь, веришь или не веришь, я люблю тебя и умираю для твоего спасения». Иисус умер. Не потому, что потерял кровь, не от ран, и не от копья, вошедшего в его бок. Иисус умер сердцем. Его сердце не выдержало больше мук. Не от физических мук. Он посмотрел на тебя и говорит: «Сынок, я умираю для того, чтобы спасти тебя, а ты не принимаешь этого. Скажи мне, что могу сделать еще для тебя, сынок? Я делаю максимум, что могу сделать. Я умираю, а ты не принимаешь. Что я могу сделать для твоего спасения?» Это было то страдание, которое привело Иисуса к смерти. Сейчас я хотел бы поразмышлять с вами. Когда человек грешит, человек приходит к Богу и говорит: «Бог, прости меня». Что он хочет сказать? «Боже, я согрешил и заслужил смерть, но не хочу умирать». Если Бог был бы человеком, как я говорил, он бы сказал: «Хорошо, сын, я тебя простил, но Бог — это Бог. Он есть закон, один есть принцип». И он говорит: «Сынок, ты согрешил. Ты должен умереть, потому что возмездие за грех — смерть». И ты начинаешь плакать и говорить: «Отец, но я не хочу умирать, пожалуйста, прости меня».
Что делать? Что может сделать Бог? Он любит тебя. Он не хочет, чтобы ты умирал. Но с другой стороны, ты согрешил. Есть закон, который говорит, возмездие за грех смерть. Что делать? Может быть, вы поймете, когда я расскажу вам историю одного пастора Ричардса, основателя программы «Голос пророчества». Умер очень стареньким. Он рассказывает историю своей жизни и говорит, когда он был подростком лет 12, он любил перепрыгивать через забор к соседу и красть яблоки из соседского сада. И в один день сосед пожаловался его матери. Мать позвала сына и говорит, «Сынок, ты видишь эту палку в моей руке? Ты видишь эту зеленую палку?» И сын говорит, «Да, мать, я буду бить тебя 5 раз этой палкой по твоей спине, если ты будешь продолжать красть соседские яблоки». Услышал? Да, мать. Услышал хорошо? Да, мать. И он рассказывает, что на следующий день яблоки краснели в соседском саду. Но он удержался. Через неделю яблоки стали еще краснее, но он удержался. Через 15 дней после этого не смог удержаться и перескочил в сад и украл яблоки. И когда возвращался в свой дом с яблоками в руках, мать с зеленой палкой в руках уже ждала его. Яблоки покатились по земле, и он посмотрел на мать и говорит, «Мать, пожалуйста, прости меня». А мать говорит, «Нет, сын, у нас был договор. Если ты будешь продолжать красть яблоки, я должна буду бить 5 раз по твоим плечам, и я буду наказывать». И он начал плакать и говорит, «Мамочка, пожалуйста, прости меня». Но мать говорит, «Нет, сын, мы договорились и должны реализировать свой договор». И он упал на колени возле матери и говорит, «Мамочка, ты не любишь меня, мама». И какая мать может быть равнодушной, видя своего сына на коленях возле нее? И сердце матери смягчилось. И она спросила, «Сынок, ты не хочешь быть наказанным?» «Нет, мать». Тогда мать говорит, «Поднимайся, сынок». И он стал счастливым. Она же говорит, «Сынок, есть только один способ, чтобы ты не был наказан». «Какой, мать? Возьми палку, сынок». И пастор Ричард взял палку в свою руку. Мать же развернулась спиной к своему сыну и говорит, «Сынок, сейчас ты будешь бить со всей своей силы 5 раз по моей спине, сын». Случился проступок, случилось нарушение, должно быть наказание, но я люблю тебя, сынок, и хочу заплатить наказание за тебя, но наказание должно исполниться, потому что был проступок. Но я люблю тебя так, что вместо того, что я буду бить тебя, ты будешь бить меня». Пастор Ричард говорил, «До того момента я плакал слезами с моих глаз, но с того момента я начал плакать своим сердцем. Моя рука дрожала. Как я мог ударить свою мать за грех, который сделал я?» Когда мы грешим и приходим к Богу и говорим, «Господь, пожалуйста, прости меня». Бог говорит, «Сынок, не могу». Есть принцип. Ты не послушался, должен умереть. «Да, отец, но я не хочу умирать, пожалуйста, прости меня». И тогда Бог говорит, «Хорошо, сын, только есть один способ, чтобы ты не умер». «Какой, отец?» «Вместо того, чтобы я забрал твою жизнь, ты убьешь моего сына Иисуса».
Пастор Ричардс не нашел в себе сил ударить свою мать. Но мы нашли в себе силы убить Господа Иисуса. Это единственный способ освободить нас от смерти. Когда я был маленьким, моя мать рассказывала мне историю об Иисусе. У нее была одна книга. И в этой книге была картина Христа. Внизу были люди. Я спрашивал свою мать, кто это на кресте справа? И моя мать говорила: сынок, это хороший разбойник. А это с другой стороны, это плохой разбойник. А это что посредине? Кто? Это Иисус, сынок. Я спрашивал: мама, а кто это здесь внизу? И лицо моей матери делалось красным от злости и ярости. И она говорила: это проклятые иудеи, которые убили Иисуса. Но, дорогие, должны были пройти годы для того, чтобы я понял, что не иудеи убивали Иисуса, а я. Я должен умереть. Когда я смотрю на мою жизнь, я понимаю, что я должен умереть. Потому иногда я спрашиваю Бога: Господь, почему любишь меня? Что во мне хорошего в моей жизни? Почему любишь меня? И он говорит: сынок, я люблю тебя не потому, что ты хороший. Я люблю тебя просто потому, что ты существуешь. Не спрашивай меня, почему я люблю тебя. Но я люблю тебя. Попрошу Сонет, чтобы спела. Потому что, дорогие, я хочу сделать одно приглашение. Когда Сонет будет петь, если вы этой ночью представили Голгофский крест и хотите подойти близко ко Христу, взяться за крест и сказать: Господь Иисус, я никогда не понимал, почему любишь меня. Но спасибо, что меня любишь. Я никогда не понимал, почему умер за меня, но спасибо, Господь. Вы можете сказать: когда я вижу Твою любовь, когда понимаю Твою любовь, Иисус, я спрашиваю себя, как я могу не любить Тебя, Господь, если Ты любишь меня так? Когда Сонет будет петь, если вы хотите сказать это Иисусу, в конце псалма поднимитесь там, где вы есть, засвидетельствуем свою любовь Иисусу. Я буду молиться за вас. И вы потихоньку сделаете свой выбор там, где вы есть. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual a veio Cristo, rei. Hey,
por mim e por ti, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em torpor de ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer, pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ofelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Querido Pai, дорогой Отец, olha para esta multidão, посмотри на всех этих людей и, me diz, и скажи мне, valeu a pena стоило, Jesus ter morrido na стоило cruz, Иисус умирать на Голгофском Христе. Escuta a declaração de amor, прислушайся к этому свидетельству любви каждого сердца и скажи мне, no valeu a pena стоило это всех тех страданий. Я могу представить слезы на твоих глазах этим вечером, когда ты можешь видеть души возвращающиеся, людей, тронутых твоим духом, желающих открыть свое сердце и сказать: «Господь Иисус, я люблю Тебя, возьми мою жизнь, веди меня дорогами этой жизни». О, дорогой Отец! Сейчас отведи всех этих людей с Твоим миром по домам. И завтра возврати вновь. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, не можем быть счастливыми, не можем быть счастливым христианином, не любя Иисуса. Не можем любить Иисуса, когда не понимаем Его большой любви к нам. Но завтрашняя тема ответит на следующий вопрос: почему, понимаючи, что должны любить, не всегда можем любить? Что сделать с этим сердцем, чтобы смогло полюбить Иисуса? Завтрашняя тема ответит на этот вопрос. Пускай Бог благословит вас. Не возвращайтесь сами. Возвращайтесь с каким-то другом своим завтра.